Говоря, народ, как когда-то вел Моисей, да, еврейский народ, вот русский народ, российский народ, народы России, нужно провести через какой-то определенный период, так сказать, и приучить их к этому стереотипу, к цивилизованному, наверное. И в этом смысле Владимир Владимирович Путин делает, как мне кажется, очень много для того, чтобы решать вопросы цивилизованно, чтобы люди перестали, так сказать, наступать на горло собственной песни, наступать на горло песни, так сказать, рядом трудящихся, честно, людей. Вот. И ему, мне кажется, что нужно его отблагодарить за это.